Ручки выше, выше ручки! Двигаемся, танцуем! Сегодня у нас будет фантастическая прогулка на огромной яхте. Пошли с четвертого этажа посмотрим. Вам нравится здесь, девочки? Да. Ну и классно. Я надеюсь, вы хорошо проведете время. Это пластмассовое. Ну да. Спасательные круги. А ты забыла, мы на Кипре на таком плавали? Нам кидали. Ты уже забыла, маленькая была. 5 лет тебе? Да, 5 было. Вот. 4 было. Нет, 5. Мама говорила. 4 ты в Египте была, Камиль. А это на Кипре. Вот это вид у нас получается с 4-го этажа. А что здесь вот это? Едем на таком пиратском корабле плавать в открытое море. Называется этот корабль. Не знаю. Сегодня у нас будет фантастическая прогулка. Это как будто по поезду.
на огромной яхте. А там очень. Вставай. Камил, вставай. Камила, вставай. Камина. Да. Так, здесь у нас барная стойка, пепсиколу, пиво раздают и все прочее. Пошли на третий этаж поднимем. Ой, извините, чужого прихватила. Королюся, бабушка не смотрит, мальчика чуть не взяла вместо вас. Поднимаемся на третий этаж. Что здесь у нас? Пошли прогуляемся, ничего. Там еще четвертый этаж есть. Тут красивые диванчики. Камил. Так, что здесь? Видео. А как тут видео включается? Здесь, я так поняла, будут нас кормить. Что здесь? Так, это вид со второго этажа. Так, здесь мы пошли на четвертый этаж подниматься. Верхняя палуба. Здесь солнечные ванны принимают. Никакой защиты от солнца нет. Пошли с четвертого этажа посмотрим. Вам нравится здесь, девочки? Да. Ну и классно. Я надеюсь, вы хорошо проведете время. Это пластмасс. Ну да. Спасательные круги. А ты забыла, мы на Кипре на таком плавали? Нам кидали. Ты уже забыла, маленькая была. 5 лет? Да, 5 было. Вот. 4 было. Нет, 5. Мама говорила. 4 ты в Египте была, Камиль. А это на Кипре. Вот это вид у нас получается с 4 этажа. А что здесь вот это? Заходим туда на край мостика. Вот так, смотри. Так, ну... Все. И падает. Тут сильно жарко, пошлите на низ. Пока загорать мы не собираемся. Пошли, Камил. Мы на другой этаж пойдем. На другой, на второй пойдем, да? Да. Где мама сидит. Они твердые, Камилочка, эти круги. Камил, поставьте ребенку. Пометку где ставим метку? Потом это. Олег, мне нужно ремень. Егорик, давай.
Так, это у нас первый этаж, шикарные диванчики, обалденные. И тут так холодно, да, Каролин? Прямо кондиционеры сильно-сильно работают. Стол, смотри, семейный, шикарный. А ну садись, посиди в кресле, в красивом. А ну, садись. Как классно, да, сиди, сиди. Ой, какая ты красивая. А ну, а бабушка. Так, сейчас я тебя сфотографирую. Пошли дальше снимем, уже в первый этаж. Пройдемся по всему. Вот какие зигзагом красивые диванчики. Столы круглые. Это котик у нас. Она захотела котика, да? А ну дай бабушка. Ай, мяу, котик. Так, да, здесь прохладно, будут кормить. Я думала там, а тут оказывается тарелочки, барчик. Так, пошли. Ты мурлыка маленькая. Так, а там вход в туалет, там тоже очень красиво, зеркала большие. Но мы уже не пойдем, да, туда мы были? Пошли. Ты мурмяу? Так, здесь хочешь пиво попей, хочешь водички. Все. Это спасательные круги. Плавать будете. Кто не поднимает руки, кто сидит легко, как хотите. Руки вверх, все, ребята. Да? Хорошо, ребят, немножко информации о нашем корабле и нашем боевом составе. Итак, мы начнем с главного человека нашего корабля. Как вы думаете, кто это? Правильно, ребят, давайте хорошенько задобрим нашего капитана. Вы же хотите сегодня вернуться обратно в порт, правильно? Ребят, также сегодня с вами работает человек на строении нашего корабля. Как вы думаете, кто это? Кто-то сказал правильно. Громче говорите, ребята. Правильно! И для вас сегодня играет один из самых известных диджеев Алании, диджей Жигу! Ого, дорогие мои, это сыновато и маловато. Реагируем. Другие команды не делаем. Понятно? Готовы? Игра на выпекли. Кола. Фанта. Кто присел, выходим. Фанта, ручки вниз. Ребят, кто присел? Ладно, я буду считать, что я тебя не заметил, но я люблю честных пиратов. Это на будущее. Итак, поехали. Кола. Фанта. Спрайт. Фанта. Кто ручки поднял, ребята, выходим. Раз, пират. Белая маечка. Да. Кто поднял ручки на фанту, выходим. Папа, мама, сейчас я мам, иди сюда. 3. Кола. Фанта. Пират попался без маечки. Ручки поднял. Кола. Спрайт. Фанта. Спрайт. Вдвоем ручки подняли. Проходим, ребята. Желтые шортики тоже так. Пиво. Там обитают настоящие тюлени. Смотрите, вон туда. Видите тюленей? Как нет? Смотрите, кто-то купается, кто-то на лежаке лежит. Есть маленькие, есть большие тюлени. Видите, да? Я шучу. Ребят, пляж Клеопатры известен тем, что здесь когда-то давно жил Юлий Цезарь. И он был влюблен в Клеопатру. Но Клеопатра жила в Египте. И однажды, когда Юлий Цезарь пригласил Клеопатру к себе в гости, Клеопатра сказала: «Я на чужую землю не ногой». И тогда, чтобы доказать свою любовь, Юлий Цезарь прямо из Египта завез на пляже песочек, беленький, чистенький, да,
и усыпал весь пляж белым египетским песком. Но Клеопатра так к нему и не приехала. Вот такие вот обломы бывают в жизни, да? Вот, ребят, сейчас у нас будет стояночка на купание. Пока мы с вами... Девчонки мои нарядились купаться. Иди спускайтесь тут. Камила, ты с мостика пойдешь прыгать? А что там бояться? Иди. Ну давай, залезь тут, окунись. Байда, красивучая здесь. Я не слышу. Да ладно, давай. На берегу водичка там прозрачная, но не такая голубая. Девчонки мои, плывут. Кораблик у нас стоит. Спасательная лодочка тут. Иди. А я стою на мостике. Выходи и прыгай с мостика. Камила решила, что ей без жилета будет лучше плавать. Аплодисменты. Молодцы, размялись. Ну что, настроение хорошее? Да! Ребят, при хорошем настроении хочется устроить бунт на корабле. Устроим бунт? Да! Не слышно. Да! Смотрим. Вот это обгоняет, да? Безобразие. Так. Так, ребят, на самом деле бунт, да, это когда происходит что-то непонятное, все бегают, кричат, шумят, не слушаются, да? Устроим бунт на корабле? Итак, делимся на две команды.
девочке песню, мать его, чтоб никогда не поставили на радио, чтоб никогда не назвали ее попсой, и рядом с ней не звучал отстой. Остановите, остановите. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо. Путешествие наше на большущем корабле закончилось. Теперь идем в автобус. Да, Королюська? Ой. Тебе понравилось кататься? Особенно пена-вечеринка, да? На меня смотри. У тебя даже стаканчики для пиратов, да? Пиратские. Так, смотрим, ребятки, что там такое у нас. Ой, это джинг выйдет с огня. Смотрите, давайте его поаплодируем. Аплодисменты. Вот он. Джинг, ты что, там уголь добывал, что ли? Чего такой черный? Давай, ныряем. Ну что, аплодисментов дайте, ребят, вам нравится или нет? Да. Ну что, Джинг, прыгать будешь? Почему? А, ты боишься? А ты не бойся. Можете аплодисментами поддержать? Давайте поаплодируем, он прыгнет. Давайте поаплодируем. Аплодисменты, ребята! Итак, Джиго прыгает. 3, 2, 1! Давай! Боится. Не, ребят, на самом деле Джиго может подняться еще выше. Вы этого хотите? Да! Если будете громко аплодировать, Джиго поднимется еще выше. Давайте аплодисменты нашему Джиго! Ребята, еще громче, 3-4! Джиго опускается вниз, ребята, потому что вы плохо аплодируете. Ну давайте поддержим, давайте вас рискует жизнью своей, на страховке едем. Аплодисменты, ребята! Влада Виноградова, подойди, пожалуйста. 10, 9, 8, 7! 3, 2, 1! Боится, да? Ребят, я знаю, что вам поможет. Ему поможет музыка, он же везде, да? Итак, будем хлопать, так музыки приготовить. Дельфины, скорее, скорее, скорее! На левый борт все скорее дельфины, ребята! Вон туда, скорее! Такой разжиг! Дорогие мои, вам понравился прыжок? Я вас не слышу! А вы еще хотите? Тогда приходите завтра! Вот такой вот облом, да, ребята? Так, живо, открывай сюда! Где упал? Ребята, вы представляете, Джиго потерял ключ. Теперь мы сундук не откроем. Взрывать будем? У вас динамит есть? Не, я боюсь, что корабль пострадает. Я переживаю корабль. Ребята, давайте сделаем так. Предлагаю поискать ключ. Поищем? Итак, сейчас. Ну, я вспомнил. Иди сюда. Все еще раз. Скорее, скорее, скорее. Я вспомнил. Когда Джиго поднимался и ключ упал, я видел, кто его подобрал. Подсказать вам?
Это был дядька без майки в цветных душилях. Вот он стоит. Ну-ка его обыскали быстро все. Под мышками, в ушах, в волосах смотрим. Быстро обыскали. Мужик, трусы, держи. Так, чего, смотри. Это этот ключ? Похож? Куда, ребят, вы что? Вы что, не воспитанные, что ли? Так, давайте еще сделаем кружочек. Кружочек делаем. Так. Я уверен, что вы воспитанные ребятишки. Давайте послушаем. Все становимся в большой круг. Широко расходимся. Туда проходим. Ребят, там место тоже есть вот здесь. Можно сюда пройти. Кто-нибудь сюда, давайте. Если же... Если Джиго будет... Джиго, ты испугался тоже, да? Я тоже испугался. Ребята, если Джиго будет закрывать сундук, вы все вместе. Фу. Договорились? Итак, давайте попробуем. Фу. Так, какашки. Ну, поселись. Какашки. Кто какашка? Присели все. Ребята, все, что находится в сундуке, достанется каждому. Верите мне? Давайте. У нас тут сразу пахнет. И для кого-то всегда запахнет. Ну, какой же мы запах хрень держим? Подходи, подходи. Аккуратно маленькие детьми, они за начало, а потом, и у нас будет очень много. Yeah.
очень пега, ай, ай, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Дорогие мои, еще Бена хотите? Я вас не слышу. Веру! Веру!